Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Имя Мухаммад, которое ему дали при рождении, означает восхваляемый, достоин хвалы. У арабов был обычай. Они отдавали своих маленьких детей племенам, жившим за городом, чтобы те вскармливали их до определенного возраста. Семья, которая приняла его, была небогатой. Его молочную мать звали Халима. С первых же дней Халиме и ее мужу было даровано прекрасное знамение. Домашний скот начал приносить много молока, и они поняли, что это все по причине ребенка, которого они взяли на воспитание.